Janus Pater, Janus Brifonis, Janus Inceptio. Dallas Prebus Nobis et Aperi, Horis. Inter mundum nostrum et mundum, Dorum, Janus Pater, Accipiti Dorum nostrum. Передай крылья нашим молитвам и открой двери между нашим миром и миром богов. Янус, позволь нашим молитвам проходить через твою дверь. Янус Патер, прими наши подношения. Вино – символ царственности. Янус Патер, прими этот ладан как символ бессмертия и величия. Янус, остенди нобис магиам. Et portis aperi. Теперь же, Янус, яви волшебство для нас и открой врата. Янус Патикулус, admite nos in presentium. Numenum licentium porte aperiantur. Вратам позволено быть открытым. Керкулум факиумус locum sacrum crentes et tetium advocamus. Advocamus Deos in tutamen ritus nostri in deferentionem illus centri fundamentatim nurbibus lucis sinte caram supra et terram infra adingi sinite teorem et discordem necede et pax dominantur in fagibus illos sacri loci sit verbum factum hoc decreto ut dictum est sit satium fiat. Мы делаем круг, создавая священное место, и призываем небо. Мы призываем богов для охраны нашего торжественного обряда и защиты этого священного основания со стенами света. Позвольте небу выше, а земле ниже объединиться. Олимпийской энергией связаться. Позвольте страху и разногласию отступить без следа. И мир преобладает в пределах этого святого места. Sit verbum factum hoc decreto. Ut dictum est sic statim fiat. Позвольте слову быть делом в соответствии с этим законом. Поскольку это сказано, так должно быть. Теперь каждый по очереди будет подходить ко мне, я буду давать свечу, и каждый берет горсть зерна. Так, начнем с тебя. Свеча. Горсть зерна. Теперь же, когда Сатурн ничего не меняется, когда Сатурн делает, и вот сейчас этот божественный нектар мы даем Сатурну, чтобы напоить его, чтобы согреть его. Те семена, которые сейчас у вас в руках.
Дай свет, разбуди семя, позволь нам войти. Дай свет, разбуди семя, позволь росткам зайти. Дай свет, разбуди семя, позволь росткам зайти. А теперь ты залезаешь сюда, залезаешь и ищешь. И вынимаешь только один предмет, а человек его не потерпит. Подожди, ты не у Центуриона ищешь, а где? А да, ну и пошел он в лес на берегу реки искать дерево. Пойдем дерево искать спокойно. А и где? Естественно, на берегу реки росло дерево. А где дерево? Дерево! Похож на дерево, смотрите. И вот оно росло вот тут, вот тут вода течет, да, а ты вот тут вот растешь. Вот тут корни пускаешь, пускай корни, да? Пускай, хорошо, пускай, да? А сейчас пошла листва, листва пошла. И вот эти на этот. Да. Вы видите, что хочет этот человек. Беременная женщина. Да воздастся ему. И да исполнится его желание. В скором времени. Да будет так. Да даст этот лак новую жизнь. И укрепит жизнь уже существующую. Как ты сидим и в эту поделку. Игральная кость. Вы все видите, что человек желает. Пусть будет его подарок в следующий год. Пусть всегда удача улыбается ему. Да будет так. Человек, сотворивший это, поистине добр, поистине великодушен. Да воздайте ему талантлив лепки. Во много раз больше, чем сейчас. Он думает о себе. Ибо это поистине красиво. Добро. Будет. А для тех, кто еще с нами... Ио Сатурналия!